Все началось с зова о помощи. С письма из Барговии, адресованного Ван Хельсингу, великому победителю чудовищ, моему отцу. Он удалился от дел, но я тоже охотник. Так что я отправился на помощь вместе с леди Катариной и моей выдающейся компаньонкой. Я эксперт в области сверхъестественного, и, кажется, меня тянет к таким вещам. Время от времени события выходят из-под контроля, и мы вынуждены уезжать в великой спешке. Иногда в этом виновата Катарина. Временами она бывает очень жестокой. Но она всегда помогает мне скоротать день. И так уж получилось, что она призрак. Мой отец спас ее в Барговии, и с тех пор она обязана служить нашей семье. Катарина вечно жалуется на это, но я думаю, что по правде ей нравятся приключения. Она очаровательная душа, но также у нее есть темная сторона. Хорошо, это приносит пользу, когда я в опасности. В дороге мы мало-помалу выучились работать вместе. И, наконец, под холодным дождем Венеции мы стали командой. Последний отрезок пути мы проделали морем. Кроме кракена, пиратов и бурь, остальная часть путешествия была непримечательна. У меня было время все обдумать. Когда-то Барговия была мрачным местом, где жили чудовища. Давным-давно мой отец победил бессмертных королей, создал мирный договор и передал страну в руки нескольких просвещенных людей. Так что случилось? Что могло стать страшнее правления чудовищ? Чем ближе мы подбирались к Барговии, тем противоречивее становились слухи. Земли за грозовыми горами были окутаны тайной. По мере того, как наша повозка приближалась к горам, внутри меня росло плохое предчувствие. Я почти не удивился, когда услышал взрыв. Приключение только что началось. Как он пережил это? Катарина, я не знаю. Ты разве не должна помочь мне? Его! Да ладно, это всего лишь какие-то грязные разбойники. Видишь, все прошло легко, да? Так вот, как они тут встречают людей. Да, зачем? Это древняя и уважаемая традиция. О, боже, это было глупо. Я впечатлен, правда. Прямо настоящее представление. Мы все еще можем перелететь через расселину. Правда? О-хо-хо, точно. Иногда я забываю, что ты человек. Нам придется пойти обычной дорогой.
не хватает ярости. Нужна ярость. Смотри, домовой. У него мешок с сокровищами. Что с ним? У него такой вид, как будто он встретил привидение. Я тут ни при чем. Это ты за ним погнался. Убить чужака. Похороните его в лесу. Я хочу такую шляпу. Нужна ярость. Нужна ярость. Нужно лечение.
Не хватает ярости. Не с места. Полегче, приятель, мы твои друзья. Все так говорят. Но во время моей стражи ни один злой дух не войдет внутрь. Ни за что, сэр. Да как ты смеешь? Я сначала разорву тебя на части, а затем научу хорошим манерам. Нет, я не вас имел в виду, миледи. Мы всегда рады видеть знатных представителей нежити из Барговии. Вот вы в этой шляпе Ван Хельсинга. Здесь не любят гостей с оружием и плохими манерами. Я охотник на чудовищ. Конечно, ты охотник. Или ты источник неприятностей. О, вам не нужно беспокоиться. Катарина, мы обсудим это. Ладно, и не благодарим. Я не пьян, просто отдыхаю. Эй, отстаньте от меня! У меня был прекрасный бриллиант, и я отдал его козлу. Козел был голоден, а я был немного пьян. Козел убежал. Я уверен, что в лес, к реке. Ему хочется пить. Мне тоже. Добро пожаловать, чужестранец, миледи. И вам доброго дня. Нам нужно попасть в Барговию, а мост разрушен. Тогда вам нужно договориться с деревенским старостой. Он знает дорогу через лес. Где я могу его найти? Он ушел искать повозку с ценными вещами, пропавшую на лесной дороге, и еще не вернулся. Ничего не дай. Что, простите? Хорошо. Что это? Не узнаешь? Это чернота. Темная материя созидания и грез, но это миф. Барговия — единственное место. Значит, здесь можно войти. Да, и ты... Какой... Они наблюдают за нами! Могущественные создания следят за нами сверху! Вы видели? Меня что-то толкнуло. Мальчик и девочка заблудились в лесу. Кензель и... Мне кажется, твой отец разобрался с этим случаем 100 лет назад. Примите ванну в омолаживающем дворце Елизаветы Батори. Что-то не хочется. Наконец! Хоть кто-то здесь... Ах! Они... Кто здесь может мне... Поговорите с алхимиком! О, да! Они любят... Катарина, перестань... Отправляй!
великий лев. Добыча. Он сказал: спрятанный клад. И тут я приставил ему нож к горлу. Честно. Что? Ты угрожал атаману? Ага. А он пел, как соловей. Ну и где он спрятал наше сокровище? В лесу. У тотемного столба оборотней. Справа от дороги. Я думаю, нам нужны все три штуки, которых не хватает. Кто это такой? Это статуя короля Борислава Справедливого. Всего лишь Борислав, как мы здесь говорим. Он был великим королем, последним смертным правителем Барговии, пока не пропал в черноте. А что это за отверстие у его ног? А вот это настоящая загадка, друг мой. Не хватает ярости. Нужна ярость. Нужна ярость. Нужна ярость. Священный алтарь. Наверное, не стоит подходить к нему слишком близко. Не волнуйся, ты связана со мной. А священные места действуют только на бродячих призраков. Не хватает ярости. Нужна ярость.
Нужна ярость. Не хватает ярости. Мне нужно лечение. Не хватает ярости. По-моему, это не совсем обычная золотая монета. Вспомни об этом, если тебе захочется чего-нибудь экстраординарного. Нужна ярость. Никогда не любил пугало. Мне очень хочется пошутить по поводу твоих детских страхов. Но кажется, оборотни с тобой согласны. Видишь, как они обходят его стороной. Нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Нужно лечение. Мне не хватает ярости. Мне нужно лечение. Не хватает ярости. Не хватает ярости.
Мне нужно лечение. Детским страхом меньше, да? Лучший способ избавиться от фобии – вышибить им мозги.
Меч в камне выглядит весьма знакомо. Я не могу его вытащить. Мне нужно оружейное масло. Или этот меч не для тебя? Не хватает ярости. Нужна ярость. На ярость. Подумай, не стоит ли тебе украсить дом таким светильником? Похоже, он и перебыл. Бедняга был ограблен и повешен. Это случилось недавно. Его аура еще слабо светится. Ты не собираешься его хоронить? У нас нет времени. Теперь лес не представляет опасности. Я расскажу о нашей находке в деревне. Нужна ярость. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Thank you.
Поверьте мне. Добрый день, сэр! Не хотите поприветствовать меня? Где ваши манеры? Я же не отогнал вас охранным знаком, не так ли? Ну так что? Я пришел по поручению деревенского алхимика. Я прошу вас снять с бедняги проклятие. Но его прокляли за дело. От имени науки он назвал нас плутами. Возможно, вы были правы, но он уже достаточно настрадался, а мне нужна его помощь. Вот как? А знаете, мы с вами можем договориться, вы и я. Что вам нужно? Я собираю охотничьи трофеи, и меня особенно интересуют редкие твари, да? Это для моей разъездной кунсткамеры. Мне нужен чек. Я помогу вам, а вы мне. Я могу превратить твоих врагов в лягушек. Только попроси меня хорошенько. Еще. Где я? Марина убьет меня, если я опоздаю. Ох, он явно не задумывается о своем положении. Ревнуешь? Да что ты! Он так слаб, что я могу легко подчинить его своей воле. Ты можешь управлять другими призраками? Слабыми? Да. Хочешь, я покажу тебе? Заставь его. Я понимаю. Спасибо. Когда я буду готова, ты поможешь мне попасть туда? Ты возьмешь меня туда? Если ты этого хочешь. О, Ван Хельсинг, ты действительно любишь меня. Иди сюда. Не стоит и пробовать. Ну, наконец... Боюсь. Да, это возможно. Не хватает ярости. Удачи.
не хватает ярости. Проходите. Проходите. Слышала, что высоко в горах, где никогда не тает снег, живут великаны. Иногда они спускаются вниз и охотятся в этом лесу. Мне нужно лечение. Наверное, вожак прячется в этой норе. Пообещай мне, что ты не станешь произносить одну из своих речей. Я охотник. Я же должен производить впечатление. Они порвут тебя на куски. Поверь мне, они всегда слушают меня. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Смотри, колодец желаний. В него бросали старые монеты. О, вот древняя монетка. Давай загадаем желание. Не хватает ярости. Нужна ярость. Нужно лечение. Не хватает ярости. Мне нужно лечение. Не хватает ярости. Это не то, что я имел в виду. Thank you.
Я же сказал, что мне нужно оружейное масло. Весьма любезно. Подойди ко мне, незнакомец. Ты ведь не боишься меня, правда? Что вы хотите услышать? Только скажите. А это вы слышите? Секреты фараона? Ключи к затерянным гробницам? У нас все есть. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Мне нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости.
Не хватает ярости. Мне нужно лечение. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Ярость. Не хватает ярости. Мне нужна ярость.
не хватает ярости. 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 Мне нужно лечение. Остановись, охотник. Ты сражаешься не с тем врагом. Да? Ты чуть не вырвал мне сердце. Я защищал свою стаю. Инстинкты. Ты знаешь, как это бывает. А твой пленник? Мы пытались спасти его. Он был ранен, поэтому мы и забрали его. Спасти его? От кого? От людей машин из города. Благодарю, я вас не трону. Благодарю. Это было чудесное спасение, охотник. И, как мне кажется, абсолютно бессмысленное. Не говорите так. Хороший поступок не может быть бессмысленным. Это значит, что вы ответите на мои вопросы, да? Конечно. Но мне срочно нужно в деревню. Встретимся там. О, это опять вы. Прежде чем вы убежите, расскажите мне, пожалуйста, как... Если вы хотите попасть в Барговию... Я жду, что сейчас вы Но вам нужно воспользоваться древними черными вратами в болотах. Они... Туда не так-то просто. Я слышал, что ты собираешься на болото висельников. Знаешь, что там находится лагерь? Да, я угадаю. Боже упаси! Зачем мне это? Ладно. Ты выглядишь весьма одаренным человеком. Неплохая. Да, чужестранец, кажется, ты... Без... Нет, я стал. Замучили русалки. Но что, если... Можно я угадаю? А вы можете это сделать? Я вам... Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости.
ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. У вас все получилось. Чудовище никогда... Как я понимаю... У меня был случай. Что значит? Знаете? В деревне, если бы вы рискнули жизнью... Я так и знал, что вы об этом попросите. Ах, мой друг, мой мешок у вас? Еще нет. Нужна ярость. Нужна ярость. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Не хватает ярости. Нужна ярость. Нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости.
нужна ярость. Нужна ярость. Нужна ярость. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Не хватает ярости. Был рад вам. Желаю удачи, чужестранец. В Баргове она вам пригодится. Я слышал, вы держите путь в болото Висельников. Конечно, я поищу. Рад вас снова приветствовать. У вас есть что-нибудь для меня? Я все еще ищу. Рад вас снова приветствовать. У вас есть что-нибудь для меня? Я все еще ищу. Sorry, you lost me at the shackles of Terra. Heavens no, the last thing I need. Admit it, Vanel. Still, there is something you could do. I used to possess a powerful relic that could stir up the flames of belief in my people. Now you're speaking my language. Go to the Gallows Bog and find the so-called Dark Pits. I've heard that you are heading for the Gallows Bog. Tread carefully on the old battlefield. It's still... Blood price. Thank you for the advice. Мы приближаемся. Вот только к чему.